Понял. Я понял. Понятно. Жаль, что в жизни так нельзя. Потерпел неудачу, загрузился, не вернулся в Россию. Так, ну чё, пизда тупая, где ты тут? Какую голову, блядь, как её уебать-то? Хочу её уебать, как её уебать? Так, братва, идите сюда. Окружай её. Братва, окружай её. Ты со спины зайди, давай. Варлам их. Смотри, вот стоит жрица. Уеби её. Промах. Да ёб твою мать! Я настаиваю. А к сколько у них хп, кстати? 44. Но она одна, да? Если она сейчас помощь не позовет, надо было дверь запереть. Бля, а чё дверь-то не запер? Ну ничего, закрутимся. Так, значит, надо ёбнуть ее хорошенько с этой... Не-не-не. Мега удар. Вот, атака из-под тяжка 7.20. Со спины. Не могу ударить, да? Не должен иметь помеху. А какая помеха? Что за помеха-то? Давай доту повесим. Ладно. Что-то не вешается помеха. Рваная рана. Тупая гоблинша. Что на хп? Пиздец, да хуя. Обходи ее со спины, обходи. Да твою мать, блядь! Хули они реагируют? Они могут больше одного раза заход реагировать? Выпей банку. Так, мы тебе топор купили двуручную? Показывай. Разрыв ткани. Я ж уже и повесил вроде. А, это рваная рана. То же самое, что разрыв ткани, интересно. Да нет, вроде как одно и то же. Они вряд ли стакаются, да? Лучше просто уебать. Атака с финтом. Давай с финтом уебем. Действие и бонус на это. 8. Давай, еще и преимущество. Ебаш ее. Ну, могла бы, конечно, посильнее. Ну ладно, 17 нормально принимается. Принимается. Ёб твою мать! Нихуя себе, блядь! Все сюда. Блядь, она и на помощь позвала! Ёб твою мать! Блядь! У нее еще пол хп. Блядь! Блядь! 5 гоблинов. 5, блядь, сейчас опять будем загружаться. Так, надо ей уебать, прям крепенько уебать. Но мы тут плотно стоим, да? Чем же уебать-то так нормально? Волна это АУЕ. Арт тоже нельзя, это все своих убьем. Бить-то нечем, я все уе. О, руки пылающие. Нет, это тоже уе. Ёб твою мать. Ну давай просто ебнем. Сейчас проебем. Так, отступай вглубь, сейчас тут набегут враги. Давай, тут тусуйся. Варламов! Не буду скрывать, дело плохо. Тебя осталось 11 хп. Можем уебать на 11. 6-13. Атака рукой. Пронзающий выстрел. Сотрясение мозга. Давай, надо было ей сразу ебнуть по голове. Промах. Ну ты кретин, Варламов, конечно. А, и у нее критический промах. А запертая дверь, говорит, не помогла бы, да? Пиздец, 5 гоблинов. Ну они мелкие, это гоблины первого-второго уровня, мы их разъебем на изи. Там дрищи какие-то. Сейчас мы сюда колду на уе кто-нибудь ёбнет. Сука, блядь! Сука, блядь! Блядь, сука, блядь! Колдун, ёбни их всех там мега-шаром. Ебать, они тут бафают! Ёб твою мать, блядь! Так, надо со спины уебать. Добить эту жрицу. Да какая помеха? Я не пойму, какая помеха? Вот какая помеха имеется? Как я пойму, какая помеха? Не хочет помех. Атака из-под тяжка.
Какая помеха-то? А если отойти, например, за спину ей? Вот сейчас можно ёбнуть? Ну не понимаю, помеха откуда? А по мелке можешь ёбнуть? Преимущество нужно. А тут помеха какая-то. Недопустимая цель, преимущества нет. Блять. Еще и 5 хп им бахнул. Охуеть. Ладно, выпей банку. Ну, уеби как сможешь. Ладно, уеби чем сможешь. Так основ... Не, давай выстрел. Дистанционная атака. Нормально, на максимум. А мне дебаф? Какой дебаф? Нет дебафа. Не-не-не, нет дебафа. Так. Ну, в целом, ты сейчас добьешь жрицу. А маг будет ебашить туда. Да, давай сейчас добьем жрицу, она, сука, опасна. Только не промахни, 65%. Жрица пизда. Иди танкуй, ты у нас воин, иди танкуй. Попросить гоблинскую жрицу о помощи. Ну давай еще прыгнем нахуй. Кирилл нахуй, блядь! Ой, я зря прыгнул, сюда шар собрался кидать. Я же сюда собрался уешить. Ступай. Ой, мать, зря я прыгнул. Так, Гейл, ситуация трудная. Заряжаю автоматический шар. Я думаю, да, вот такой кинем. Что, Дэнуш? Ты достанешь, я надеюсь? Вон там трое стоят. Правда, я сам туда подошел. Ну, такова наша судьбинушка. Промах. Пидорас. Ну, да... Так, Варламов. Варламов, смотри. Надо сначала прыгнуть. Нихуя прыжок. Вот это прыжок. Вот это прыжок. Интересно, сколько это метров? А, там же написано. Так, у кого из вас мало хп? Вот у этого. 13 хп. Надо уебать сразу. 6-13. Братан, Варламов. На максимум сразу надо 6-13. Мочи его. Так, теперь надо уступить дорогу, но ты сейчас получишь пизды, когда попытаешься отступить, да? Получишь. А, еба должен. Красава. Ты, а он на, он на помощь зовет. Он побежал за помощью 100 пудов. Он не просто так убегает. Это неспроста. Лови снарядов. Лови, лови, лови. Вот сука. Ой-о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 й
Враждеб... Блядь, они сейчас все на меня накинутся. А чё торговка на меня напала? Она ж просто торговка. Блять, плохо дело. Сюда отравили. Филпотов нет. Придется загружаться, так чё? Так, ну ладно, пока не сдаемся. Клику шмазул, надо ебашить. Я понял. Видите, помеха от снаряжения. Это мы купили кожаную броню себе. И из-за кожаной брони я не могу стрелять вот пиздато. Помеха от снаряжения. Мы нашли ответ. Оказывается, Рога не может носить кожаную броню, что крайне странно. Но ведь разбойники, они как раз, ну, и должны носить кожаную броню. Кто, если не разбойники, носят кожаную броню? Говори. Сразу бы сказала, будет помеха. Ничего не сказала, а потом все умные, пиздец. Перекрыт. Да вот же путь, блядь, где он у тебя перекрыт, долбан? Путь перекрыт. А чё у меня лопата эта не воюет? 5%? 7... О, 72%, давай, ебашь. А, путь перекрыт. Путь перекрыт. Это ты, блядь, перекрыт, а не путь, блядь, перекрыт. Да где перекрыт путь? Ну вот же прямая. Сука, чё? А, это, наверное, какая-то темная. А, я понял, это темная сфера. Прям боюсь снять. Да это действие отнимает. Ну, прыгай. Что-то прыжок у тебя какой-то.
Да, прыжочек такой. Слепота. Вот почему путь перекрыт. Да. Вот, конечно, фейл. Слушай, она как-то слишком много друзей позвала, эта тетка. Причем ее друзья зовут других друзей. Это можно как-то избежать? Потому что один против всех, и я вряд ли справлюсь. Они сейчас сюда всех гоблинов позовут, которые только есть. Мне кажется, вообще не проходится. Возможно, мне стоило как-то сначала почистить остальных снаружи, а потом убить жрицу. Так можно? О, Варламов хорошо похилился. Ладно, продолжаем сражаться. Может, нам повезет. Что-то вот эта сфера слепоты капец мешает. Варламов тащит. Ну, делать что может. Пока тетка с двуручным топором неплохо тащит. А, это доспех ни при чем, это помеха. Вот, Анина говорит, мы тебе говорили, а Анина-то не права оказалась. Так, Варлам, надо похилить моего главного бойца. Он у меня главный тут воюет. Возложение рук. Ну, возлагай. Возлагай руки. Так. Уебать теперь не можем, да? Потому что мы потратили на это действие. Ладно. Пытался отпихнуть. Ой, он в барабан стучит. Твою мать. Я как будто попал в копи море. Найди сперва друида, вместе с ним будет легче, начнешь их бить оттуда, где он сидит аккуратно изнутри, мы тут всех порезаем. Ну, сейчас посмотрим, погоди, сейчас вот пизды получим. Пойдем к друиду. Тут что-то жестковато. Они слишком много друзей зовут. Я бы даже всю мелочевку-то размотал вместе с гоблиншей, но они зовут, и вендор что-то на меня нападает. Ну, а вдруг я сейчас как-то давай драться? Ну вот, смотри, первого уровня, а это тоже первого уровня. Это вообще на изи. Давай, ёбни. Нет преимущества. У них хп мало, можно просто ёбнуть. Шансы хорошие. Помеха, снаряжение, слепота. А, слушай, тут и снаряжение, и слепота. Но убил. Ничего тебе не помешало, молодец, братан. Ты молодец. И тетка с мечом. О, лопата очнулась, смотри. Надо вот тут фернуть. Беги сюда. Фиряй. Ну, фиряй. Сожру твоих детей. Так, тетка с двуручкой очнулась. Надо сильно ёбнуть. Прям мощно ёбнуть. 5-16. Тут 17. Вот это можем убить, если повезет. Я вот не пойму, у меня есть действие просто ударить на 5-16, а есть действие ударить на 5-16 и повесить доту. А, это надо, чтобы было уязвимое место, да? Что-нибудь. Недостаточно движения. А сюда можем. Не понимаю, чем просто атака лучше, чем... ну или не хуже, чем с дотой автоатака. Спасибо, Рюша, за подписку. Спасибо. Промах. Твою мать. На что там жалуешься, чувак? Так, ну ячейки у нас есть, правильно? Или нет? А, нет, ячейки пустые. У меня есть вторая ячейка, второй уровень. А как второй уровень выбрать? Вот второй уровень. А, шар не может быть второго уровня. Есть корона безумия. Что корона безумия? А, ну это типа берсерк. Пылающие руки, но это бежать туда надо, я туда не добегу.
Можно туда прыгнуть? Вот если прыгаешь, мне кажется, мы туда не добежим. Давай, ладно, прыгнем, пульнемся, а в следующую атаку руками ёбнем. Вот эта сфера слепоты, это какой-то пиздец, если честно. Я вообще не понимаю, как вокруг нее играть. А руками можешь ёбнуть? Вообще может. А ну попробуй. Ой, двоих задел. Ой, ты красава. Ой, Гейл, не зря я в тебя верил. Выпей банку. Чё-то не пьет. Ресурсы. Так, у нас тут что-то накладывается. Ой, уебил по голове. Промах. Настойчивость, я настаиваю. Не сильно помогло. У меня 2 хп осталось. Но он в хиле стоит. Чё-то он в хиле тоже кастанул. Еще и оттолкнул меня. Еще и толпа бежит. Короче, план такой. Они сейчас будут набегать по одному, а я их буду разъебывать. Только мне нужно освободить пространство. И надо эту сферу ебаную как-то убрать. Как же нам стать, чтобы ты стрелять там мог? Ты можешь как-то наверх забраться, что ли? Толку у тебя нихера нет. Столпились там. Ну, допустим, смотри, мы прыгнем. Допустим, мы прыгнем. Прыгаем. В темноту. Кия. Бить с преимуществом на 2 хп смысла мало, да? Мы можем просто тебя уебать. Давай. Красава, молодец. Гил у нас, конечно, покоцаны сильно. Так, это у нас это. Это у нас это. Прятаться, отступление, прыжок, рывок. Ну, у него обилок-то уже и нет. Отступи пока. Только место там занимаешь, мешаешь воевать. О, вот ты сейчас будешь ебашить. 42% шанс попасть. Это из-за слепоты. Сколько эта слепота длится? Она что-то долгая какая-то. Ну, бей хули. Промах. Красава. Второй раз промах. Пизда тупая. Но они тоже... А, ля, они спокойно в дверь забегают. Братан, выпей банку. Так. Я хотел бы вот сюда что-то типа огня кинуть, чтобы они бежали ко мне по огню. Создает горящую поверхность. 2 хода. Ну давай вот. Вот сюда, пожалуйста. Вот так вот кидай. Давай. Да как ты промахиваешься, долбоёб? Хоть землю поджёг. Боже, как, блядь, ты 2 раза промахнулся? Это эфир? Ну что эфирять? Их убивать надо. Их надо быстро счищать, пока они не набежали. Так, а как посмотреть, сколько у меня заряда возложения рук? Не могу понять заряды возложения рук. Походу нет, да? А, нет, еще одно осталось. Похилить на 6. Ну пока можем гейл похилить, но лучше уебать. Потом похилим, уебем. Давай, храбрец 13. Ой, хорошо, 2 хп оставил, красава. Он сейчас в огне сгорит тут, наверное. Ой, похилил на 3, смотри. Этот прыгает. Стреляет. Так, Рога, что-то ты был так хорош, ты мне так нравился, а тут мне прям не нравишься, бесполезно ты, мудак. Как же нам тебя использовать-то так пожестче-то? Может быть, забраться наверх как-то, сверху стрелять, что ли? Со спины обойти. Так, мы можем спрятаться, но толку сейчас отпрятаться нет. Ладно, стреляй. Стрелять ты можешь? Нет, бежать надо, чтобы стрелять. Нет, так не пойдет.
Беги-то по голове ему бей. Так, это 2 хп осталось. Ты, конечно, чувырла. Ты ничего сделать не можешь. Спрячься в невидимость, ладно, стой в невидимость. Ну, слушай, ты 2 раза подряд промахнулась. Пора собраться. Пора собрать сопли в кулак. Уеби. Нет, как раз не обосрался. Ну, ты второй раз. Хотя этот 2 хп, он не обязательно сейчас использует действие. Можем себя похилить, но у нас полный хп. Все нормально. Все под контролем, мы сейчас разъебем их. Главное, чтобы они бежали маленькими пачками. 4 удара. Так, Гейл. Гейл. 2 хп. 9 хп. 15 хп. Ячеек у нас вот последняя ячейка. А, нет, у нас ячеек вообще не осталось. Остались только фокусы. Ну, фокусы так фокусы. Так, Варламов. Гейла пока хилить не будем, мы будем их убивать. Тут 2 хп, тут 2 хп, тут 15. Добей того, который тут место занимает. Промах. Настойчив, там 2 хп, добей его, отлично. Это еще кто? Стой, это кто такой? Блять, а как ты здесь оказался? Я тебя не заметил. Рога, смотри. Есть преимущество? Нет преимущества. А если спрятаться? Спрятался, а теперь уеби его. Это помеха. Это, наверное... А, он просто смотрит. Я понял. Я могу его со спины нарабайте. Там еще слепота. Да похуй, уеби его так, ладно. Лучник 7 кп. Ты ему хит оставил? Так. Тут 2 хп и там дота, по-моему, висит, если не ошибаюсь. А тут 15 хп. Давай, ты у меня главный боец. Бей 15 хп. Промах. Так, господи, давай еще раз. Ну, что ты за сопля такая, ну? Давай атака с кунком, бахай. Блять, опять промах. Господи, ну ты рукожопа, а. Я тебе топор, блять, купил. Ты один удар из 5 попадаешь. Пизда тупая, ну. Гейл, съешь банку, заебал. Но у нас только фокусы. Ебашь фокусами, давай. Но хп надо 2 раза мимо попасть. Молодец. Гейл, красава. Надо покормить чем-нибудь. Ну добиваем. Чувак 3 уровень, он опасный, надо добивать. 36%. Хули тут так мало? А выстрелом сколько? 25%. Чё такой шанс-то маленький? Удар в сердце сколько? 36%. Чем такое? Ну попал. Хе-хе. На 7? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот ты опасный хуй. На нем рваная рана. Слушай, у него один хит. Почему он не умирает? Когда он получит дэмэдж от рваной раны? У него один хит и рваная рана. Он же должен умереть сейчас, правильно? О, у меня есть атака второй рукой, бонусное действие. А я не знал. А ну ёбня. Промах. Ну тогда первой рукой бей. Так, демон уже без зарядов. Блин, нам отдых нужен. Женщина. Пожалуйста. Откуда превосходство? Точная атака. Ну сейчас не промахнемся точно.
Второго уровня, 15 хп. Давай. Точно промахнешься. Точная атака. На 8, господи, как мало. Ой-ой-ой-ой-ой, наваливаю так нормально. На 7 попадем. Шансов мало, конечно, на 7. Лучше добить вот это. Ну это первый уровень, у меня опасно. Надо попытаться это убить. Смотри, ну. Так, Варламыч, надо бы Лазель похилить. Это место атаки, да? Возможно, стоило добить этого чувака, потому что на 6 похилили, а так бы добили. Ну ладно. Так, братан, с тобой что-то надо делать. Тебя толку ни хрена нет. Хотя в прошлых драках ты показывался очень хорошо. Давай, выруби от их что-то. Наш 3 штуки тут стоит на голове. Побежал в мили и выстрелил из лука. Ну ты, конечно, блядь, стратег. Чуть пизды не получил. Хп, 2 хп. Какие шансы? 36, 49. Бей, значит, 49. Банку выпить уже. Хотя у меня там еще обилка на хил есть, тоже можно использовать. Слушай, ну в целом, я испугался, что их очень много, но они дрищи. Да, мне говорили про реальные кубики, да. Что-то я их разматываю, тут вообще не чувствую. Надо отдохнуть после драки. Ну, давай, настаивай. Хотя хил, блин. Братан, стреляй. Промах. Промах. Молодцы. А он не промахнулся. Давай, Гейл, что-то все лажают, один ты не лажаешь. Промах. Ну, хоть ты попал. Ух. Изи, просто изи, ребят, не почувствовал. Я думал, после такого нужен большой отдых, да? Все перезарядить. Сейчас мы полутаем. Капец, мы их тут, конечно, перебили. И чисто ключ, все лутаем. Сейчас пойдем вендору это все продадим. Что-то вендор у меня стрелять начал, мудило. Сейчас с ним поторгую. Давай, давай, все собирай. Буяк шехт. Ритуальный посох. Я с ними хотел по-хорошему. Я до последней хотел их убивать. Вы свидетели. Так, и самое главное, где это верная... Нет. Да, верная кишка. Лук давай. Образец паразита. Испытание против смерти. Интересно. Щит интересно, кстати. Щит, по-моему, лучше моего, да? Да, щит берем, отлично. А есть что-нибудь, чтобы Гейл сожрал? Дурнопахнущая записка. Ключ риса. Ключей целая пачка. Для чего все эти ключи? Так, Варламус, смотри, мы полутали новый щит. Он, по-моему, лучше, чем твой. А еще вот здесь с бронёй, конечно, лоханулись. Но я ту броню уже продал. Ладно, ты пока снимай. Лучше доложу. Ой. Ну, в принципе, тоже неплохо, конечно. Нет, пока надень. У нас за это сейчас в тюрьму сажают. Так, пора отдыхать. Полный отдых. Да, в лагерь давай.
А вы паниковали. Загружался, надо друиды искать. Так всех отпиздил скелет. Интересно, остальные гоблины уже будут все враждебны ко мне? Или они как бы не в курсе? Я бы дал Гейлу что-нибудь пожрать. Жрать нечего. Можно только спать. Спать и отдыхать. Даже говорить со мной никто не хочет. Ну, туда отдохнем, чисто восстановим силы. А чё Варламов-то голый, не пойму. Варламов, что с тобой? Почему ты голый? Он разделся. Он же был одет. На тактике или доблести? Чего? Что? И то, и другое. Столько разных вариантов. Смахнуть пот со лба, потереть ноющие руки, прижать пальцы к губам, сморгнуть неприятное ощущение. Сморгнуть ощущение? Что это такое? Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched, no matter how much you wipe. Уровень сложности, по-моему, второй. Ты что, женщина, ебанулась, что ли? Твои кости трещат, твоя плоть распухает. Ну, бывает. Когда винишко бахнул на утро потом. Женщина, уймись. Я себя контролирую. Ты контролируй себя. Then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty. Темная эльфа есть? Я их еще не встречал, но в диалоге как раз с гоблиншей она сказала, с нами даже есть дроу. А дроу это есть темная эльфа. Так, ну давай убедим женщину. Мы просто переутомились. Спокойно, спокойно, успокойся. Что, прости? Да, это было непросто. 15 не так все просто. Но мы убедили ее. Интересно, а если бы нет, она бы мне перерезала горло, что ли? I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. До рассвета? Да, конечно, не пройдет до рассвета. Ёбнутые. Мы спать собрались. Конечно, до рассвета, блять, мы просто будем спать. Где твоя рубашка, Варламов? I came just in time. You are transforming. Кто ты? Кто ты, что ты? Yes, you have. I saved you before. Кто это? Вот кто это. I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Конечно, конечно, надо взять руку. Она тоже гномка или что это? С зелеными косичками в лучших традициях. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist. Она уговаривает меня принять паразита. Что-то подозрительно. Мне это не нравится. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Это я так буду уметь, если освою паразита.
красиво. Ля. Вау. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. I will be back. Da-d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 a
Слушай, ну гномка крутая. Теперь вы можете поглощать псионическую силу элитистских паразитов, чтобы развивать элитистские способности. Поглотите первого элитистского паразита в своем инвентаре, чтобы открыть меню элитистских способностей. Новый паразит будет появляться здесь автоматически. Ищите паразитов сразу. Ага, жрем паразита. Мой паразит. Вот. А у меня где-то еще один. У меня же был еще один, и я спиздил паразита у гоблинша. У меня должно быть их два. Где второй? Я ж не продал его. Их должно быть два. Где второй? Ты сам ее создал? Кого? А, я гномку создавал? Я уже не помню. Я не помню этого. Ладно, а, вот второй паразит. Так, жри. Съесть, давай. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. А можно сразу двух сожрать? От этого есть польза сразу жрать двух? Или их нужно как-то растягивать? Открыть свой разум. Я не так уверен. Закрыть и не пускать. Ну хорошо, открываем. Откройте. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Таланты, то есть сразу две жрать, да? Potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Почему, говорит, ты увеличила свое могущество? Так, и в чем выражается мое увеличенное могущество? Где я могу посмотреть могущество? Могущество не видать. Вдохновение. Заклинание, алхимия. А, вот элитистские способности. Доступны личинки 2. Так, это центр, из которого мы стартуем, да? Это древо талантов. Ух ты. Тоннель силы. Бросится вперед, отброс на 4 метра. Ага, это чарж с отбросом. Хорошо. Действие вместо атаки. Концентрированный взрыв 6.36. Нихуя себе! Чтобы створить заклинание, вы должны сконцентрироваться на другом заклинании. Чего? Чего надо сделать? О каком заклинании надо сконцентрироваться? Я нихуя не понял. Куда что надо сконцентрироваться? О, пассивка. Пассивка хорошо, мне нравится. Вашему первому броску атаки или проверке характеристики против цели. Это только первый? Только первая атака за весь бой, что ли? Это маловато, кстати. Ну, только первая атака за весь бой. Бон. Это мне не нравится. Тоже не нравится. Возьмем посеку, да? Ну и чё? Ну давай. Ага. Ого, круто.
А чтоб сюда добраться, что надо? А насколько большой? Ага, это весь мод, да? Все таланты. Круто. Древо талантов я обожаю. Так, хорошо. Это мы сожрали сразу две, да? Или, да, две сожрали. Ну, пусть, ладно. Сожрали и сожрали. Скоро, кстати, лава будет. Ля, и рубаху снова надел. Ай, Варламов, ай, молодец. Красавчик, приятно посмотреть. Тут никто не хочет побеседовать, нет? Ну, значит, все, погнали. Пусть поболтать. So, you've indulged. Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. My only complaint is that you didn't want to share. I wouldn't mind indulging myself. Ну, могу показать тебе одну щупальцу. Есть у меня как бы при себе. Это редкие паразиты, и они мои. That's how it is. Pity. Not that I don't understand. I'd probably keep them for myself too. But do consider sharing next time. Because if you continue to get between me and what I want, I will have to find a way through you. Just something to think about. У тебя не паразит. Ты сам паразит. Этот все еще голодает, да? Все еще голодает. Ну, что-нибудь раздобудем. Убить всех трех вожаков. А я правильно понимаю, что я убил одного вожака из трех? Да. Мы убили жрицу Кишку, а остался Дроу. Это как раз темный эльф, кто спрашивал про темного эльфа. И хоб-гоблин Дрор Рагзлин. А хоб-гоблин это тот, который в тюрьме меня пиздил, да, наверное? Четвертого уровня, чувак. Так, ладно, ребята, 12 часов. Хорош, ладно. Может быть, еще в будущем поиграю, но ничего не обещаю. Тут игра это просто пропасть, что-то нереально. Что-то нереально. Сохраняемся. А я напоминаю, что помимо роликов на YouTube, я также веду стримы на VK Play Live и на Trovo. Там мы играем в игры, смотрим фильмы, мультфильмы, сериалы, ну и всякое такое. Ссылки под роликом.